В Украине впервые с февраля прошлого года засняли пролетающий грузовой самолет Ил-76МД военно-воздушных сил Украины. Полеты Ил-76 с того времени вообще практически не проводились, а большая часть эвакуированных из Украины самолетов этого типа находится в Польше в Деблине. Тем не менее, возможно, что такие редкие одинокие рейсы все же происходят, если нужно перебросить важные грузы и тут же улететь обратно. Конечно, такие операции связаны с определенными рисками, тем не менее, без них иногда не обойтись. В первые дни российского нападения некоторые самолеты мы смогли успешно эвакуировать. Среди них Ил-76МД, которые были переброшены в Польшу. Как минимум полгода они стояли там и не использовались. По какой причине точно неизвестно, ведь поставки вооружений шли потоком. Однако, видимо, позже, все же их начали применять. Очень хорошо, что мы смогли сохранить флот этих грузовых самолетов, которые сможем использовать для различных операций. К примеру, для высадки десанта где-нибудь в Крыму. Или же на военной базе в Мурманске. Куда Россия в панике утащила стратегические бомбардировщики после нашей атаки беспилотников. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии. Для помощи каналу ссылки в описании.